Два одиночества. Александр Адаев. Два одиночества стояли, держались за руки свои, и взгляд они не отрывали от первой и единственной любви. Они молчали, чуть вздыхая, боясь нарушить тишину, и память в воздухе летая их возвратила в ту весну, где сердцу милая девчонка, стесняясь, на него взглянула улыбкой, словно у ребенка, в глазах его вся утонула. Украдкой он смотрел за ней и про нее стихи писал. Во снах он целовался с нею, и только он о ней мечтал. Жизнь развела пути дороги, их разлучила в те года. Судьбы законы очень строги, в любви признаться не дала. Она о нем всю жизнь мечтала, а он ее везде искал. Его увидев, закричала, и он к ней сразу подбежал. Смотрели молча друг на друга, боясь, что это только сон. Судьба, жестокая подруга, несла поправки в свой закон. Два одиночества стояли, держались за руки свои, лишь через 40 лет признались, что были сильно влюблены.